Так вот, Гитлер был человек величайшей интуиции. Но, признаться, редко невежда. Он не понимал, что новые идеи могут рождаться только на новой научной основе. Другое дело, если бы он дожил до RH. Это будет общество людей новой породы. Потому что стоит только вспрыснуть одну десятитысячную грамма RH самому неповоротливому человеческому существу, как оно мгновенно ощутит огромное интеллектуальное могущество. Вот вам и решение всех проблем. Нет больше ни богатых, ни бедных. Есть только элита, живущая в Новом Эдеме. Мыслители, поэты, ученые. Вы спросите, а кто же будет работать? Правильный вопрос. Молодчина. Работать будут представители неполноценных рас, прошедшие специальную психохимическую обработку на совершенно иных дозах. Причем на этом пути открываются возможности поистине сказочные. Перестаньте! Во-первых, эти люди по-своему совершенно счастливы, поскольку они начисто лишены памяти. Они отрезаны от какой бы то ни было информации извне. Ведь от чего люди страдают больше всего? От сравнения. Кто-то живет лучше, кто-то талантливее, кто-то богаче, кто-то могущественнее. А человек, прошедший психохимическую обработку, будет радоваться непрерывно. Радоваться, что его тепло, что помидор красный, что солнце светит, что ровно в 2 часа, что бы ни случилось, он получит свой питательный бобовый суп, а ночью женщину, при условии, если он будет прилежно трудиться. Ну разве это не милосердно? А дальше RH сможет постепенно создавать определенные типы служебного человека. Ну так, как это мудро сделала природа в ульи, в муравейнике. Представьте, человек-ткач, человек-пекарь, человек-шофер, причем у него нет никаких других потребностей, никакого комплекса неполноценности. Но нет же у вола комплекса неполноценности от того, что он вол. Ну, вол, слава богу. Человек-робот ни о чем не думает, всегда доволен, и он размножается, производит себе подобных. От человека-золотаря также не может родиться человек-математик, как от кошки не может родиться слон. Исключено, потому что влияние RH затрагивает генетическую структуру человека. Вот что особенно важно, а вы говорите...